Триумф Энерджи для юных дзюдоистов не просто состязание. Это борьба по принципу «стенка на стенку». Каждый спортсмен проводит свой бой своей весовой категории. Побеждает команда, которая чаще других одержит верх над соперником. Идет подготовка к переезду России в 23-м году. Это организационные моменты, это и ребята борются, пробарываются, получают опыт и растут. Первый тур сибирского дивизиона на нашем татами, второй уже в Новосибирске. В баталиях сойдутся 10 команд из 8 регионов. По итогу 2 клуба отсеются. Победа на окружном уровне обеспечит выступление в финале России. «Триумф Энерджи» – это проект нашего Ивана Нифонтова. А здесь ребята, которые занимаются дзюдо. И вот с ними, да, организатор соревнований – это заслуженный мастер спорта. Для любого представителя спорта это очень-очень важно. Это личный пример. Прежде всего. Маститы и дзюдоисты отмечают, что растет достойная смена. Мастера говорят, у юных спортсменов есть все шансы триумфально прогреметь в финале одного из самых энергичных турниров. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстрецкий. День с толком.